Арданганда. Ушыл орыстай болбосоң, қырғыз болбой қал. Өз-өзін жеревізде өз-өз қордо атабыз. Өз өлкөсін сүйгөн адам, үйіне қақырып, түкірбөйт, бұлғабайт, кірдетпейт. Құдай берген бейіште жеревізден барқына жетпей жүрі өз тоғандар. Оз ұчынан патриотпыз, бірок жүрім тұрымыз айтқан сөз өзгө дал келбейт. Кыргызстанга келген туристин көчөгө же көлгө пакет же бөтөлкө ыргытып булгаганын бир да жолу көргөн эмесмин. Бирок жеген ичкенин ошол жерде калтырып басып кеткен далай кыргызды көрдүм. Айтты да койду деп эгиле. Мына орозо бүтөрү менен элдин баары тоого эс алып чыгат. Анда да таштанны тоодой кылып отурган жерине үйүп кетишет. Бул эми мекенин сүйбөгөн айбанчылык. Көчөгө же талага таштанды калтыргандарга очойгон эле айып пулдарды салыш керек болуп калды окшойт. Ойлонуп көрбөйлүбү деп жазып видеосун жайгаштырган Facebook колдонуучу Медер Шерматалиев. Друзья, сегодня у нас проходит субботник на берегу Иссык-Куля. Второй час мы собираем мусор, его огромное количество. Очень непросто доставать это все из джерганаков, но мы это делаем. И делаем не потому, что нам нечем заняться, а потому что мы очень переживаем за наш родной край. И мы хотим как-то принести ему пользу. Как сказал один мудрый человек, ты не можешь взять с земли, не посадив в нее. Поэтому сегодня мы таким образом делаем что-то полезное. Я хочу обратиться ко всем тревел-блогерам, ко всем блогерам, у кого есть аудитория, у кого есть влияние на людей, больше обращать внимание на такие социальные проблемы. У вас берут интервью, вы заявляете об этом, что это плохо, но нужно собственным примером показывать, как можно изменить подобную ситуацию, призывать людей на подобные мероприятия. И спасибо сегодня всем, кто пришел, кто принял в этом участие, огромная благодарность. И я хочу обратиться ко всем, друзья. Кыргызстан – это наша земля, это земля, данная нам Богом, и у нас нет другой земли. Это наш дом, и мы просто обязаны сохранить его в чистоте. Мы обязаны сохранить этот дом. Мы обязаны приумножить все то наследие предков, которое нам досталось. Нельзя так по-хамски относиться к тому, что нам дано. Иссык-Куль – это место, которое многих кормит. Многие приезжают здесь, отдыхают, наслаждаются этим местом, рассказывают многим другим. Но, друзья, мусор оставлять в жемчужине — это просто свинство. Это просто свинство. Давайте не будем так поступать. Давайте будем людьми. Если вы отдыхаете, возьмите пакетик, соберите свой мусор. Если вы не хотите его везти, но не забрасывайте хотя бы в джерганаке, оставьте. Люди придут, которые убирают, уберут. Другие добрые люди. Но, по крайней мере, не усложняйте им эти процессы. Поэтому, друзья, обращаюсь ко всем, абсолютно ко всем. Примите в этом участие. Поддерживайте такие подобные проекты. Делайте нашу страну лучше. Вместе мы можем сделать больше. Я верю в каждого из вас, верю в каждого, что вы являетесь человеком, и вы можете принести пользу себе, общественности и стране. Алга Кыргызстан. Субботник подходит к концу. Вот результат сегодня нашей работы. Мы собрали огромное количество мусора, и на самом деле это еще не все, он еще остается. Поэтому я призываю и приглашаю всех принимать участие в активной социальной деятельности, быть социально полезным, убирать за собой мусор, убирать чужой мусор, чтобы край, в котором вы живете, неважно, где бы вы ни находились, чтобы он оставался чистым. Я выражаю огромную благодарность этим парням, которые откликнулись на мой призыв, приняли в этом участие. Сегодня мы сделали не только наш край чище, но и наши сердца добрее. Поэтому всех приглашаю принимать участие, быть активными, полезными и добросовестными гражданами своей республики. Также отдельная благодарность компании «Эко-город» за предоставление нам вот такого чудесного транспорта, на котором сейчас мы весь этот мусор, собственно, и вывезем. Так что, друзья, ждем дальнейших мероприятий. Приезжайте, принимайте участие. Всем добра! Ура! Алга Кыргызстан! В заключение хотелось бы добавить, что у нас нет спонсора, нам за это не платят. И это наша конкретно, наша гражданская позиция, наша гражданская инициатива за собственные деньги, за собственное время и собственными руками. Мы сегодня сделали наш Иссык-Кульский пляж чуть чище, чуть краше, чуть лучше, друзья. Всем спасибо за поддержку данного ролика. И я прошу поставить лайк, написать комментарий, чтобы как можно больше людей увидели и приняли в этом участие. Всем добра!